Боевая граната и 2,5 килограмма наркотиков. В Сургуте полицейские и бойцы отряда спецназначения «Гром» задержали 3 горожан. Их подозревают в покушении на сбыт запрещенных веществ. У 2 фигурантов при личном досмотре обнаружили свыше 30 граммов дурмана. Позднее в гараже их подельника еще почти 700 граммов. Там же нашли боевую гранату. Силовики заподозрили, что задержанные участники крупной преступной группы. Через торговую анонимную площадку они якобы приобретали наркотики. Цель, уверены правоохранители, последующий сбыт. Крупную закладку, сообщили в МВД Югры, задержанные оставили в Свердловской области. Информация подтвердилась. В указанном тайнике хранилось свыше 1,5 килограммов психоактивных веществ. Возбуждены уголовные дела. Максимальная санкция – 13 лет лишения свободы.